Подивіться, будь ласка, яка красива майбутня перша леді. Давайте привітаємо Росіту Ляшко, Росік, благослови. Знаете, мне, наверное, тяжелее, сложнее всех говорить, потому что, во-первых, оратор передо мной был такой, что его не переговоришь. А во-вторых, вы знаете, каждый из нас, вот вы, люди, которые будут смотреть этот съезд, вся Украина, 31 декабря идут на выборы. И... Ой, боже мой. Да, 31 марта идут на выборы. И когда каждый человек идет на выборы, он должен сделать свой выбор. И понимать, что это не только вот мероприятие на один день проголосовал, отметил, а потом с этим жить 5 лет. И каждый должен понимать, что лучше, чем ты живешь в своей стране, ты нигде жить не будешь. Даже если у тебя есть деньги, связи, еще что-то. В любой стране ты будешь просто гостем. Поэтому каждый человек должен понимать, для чего он это делает. Да? Очень важно, когда, например, ты приезжаешь в какую-то страну, и твою страну, если ты говоришь из Украины, они говорят, о, Тимошенко, тюрьма, Лазаренко, там, Донбасс, еще что-то. Вы знаете, у нас замечательная страна, да? У нас замечательные люди, у нас таких трудоголиков, как у нас, людей преданных, честных, верных, очень сложно найти. И когда мы гордимся ими, гордимся собой, гордимся своей страной, нами все гордятся. Однажды я была с Олегом вот в Страсбурге, и там открывался мемориал нашим воинам, которые погибли. И вы знаете, на этом мероприятии было очень много. Украинские политики были, просто граждане из Украины, иностранцы. И когда действующий президент начинает свою речь на английском языке, это было очень неприятно, да, потому что не каждый присутствующий знает этот язык. И это были наши воины, которые погибли. Было не очень приятно. Поэтому я считаю, что в первую очередь мы должны уважать себя. А все остальные, они тогда уже... У них безвыходная ситуация, и они будут считаться с нашим мнением. Потому что мы действительно очень уникальная нация. Ну и все. А теперь выбор за вами. Ты 31 березня за кого голосовать будешь, скажи? Ну это же тайное голосование. Бачите, ми дотримуємося закону і згодні, але ну розкажи, яке твоє буде таємне голосування? Слухайте, ми з Росітою в цьому році вже 21 рік. Недавно вона мені днями каже, слухай, ти представляєш, що ми вже 21 рік разом? У нас є чудова донька Владислава, на жаль, вона не змогла сьогодні бути, бо вона трохи простудилась, захворіла. Я дуже добре знаю свою дружину. Це мій тил, це моя подруга, це мама моєї доньки. І це українка, яка живе тут, яка вона молодець. Що мені подобається, вона не зазналась, вона нічого не дозволяє собі те, що дозволяють багато інших перші леді. Я хочу українцям пообіцяти. Ви будете мати не тільки чудового президента, а й чудову дружину президента Ляшка, яка буде опікуватися соціальними питаннями, питаннями дітей, питаннями сиріт, питаннями людей з інвалідністю, культурними програмами. До речі, Росіта згадала за англійською. Росіта чудово знає англійську мову. Але вона так само, як і я, і упевнені в тому, що президент України, де б не був, повинен говорити українською мовою. Українською мовою. Знати мову можна багато, а президент на міждержавних зустрічах і на всьому іншому має представляти українську. Не догоджати треба, бо у цей світ цинічний, прагматичний, кожен бореться за своє місце під сонцем. Ми повинні своє місце під сонцем вигризти для нашої нації, для наших дітей, для наших прийдешніх поколінь, щоб у них було мирне небо, світле сонце, щасливе життя, упевнене майбутнє, стабільна робота, достойна зарплата, достойна медицина. Ми для своїх повинні вигризти це, для своїх українців, а не віддавати наші можливості комусь іншому. Цініть життя, яке маєте, і зробіть його найкращим для наших людей. Дякую, друзі!